Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 128 на странице 56 в рабочей тетради по русскому языку до 4 класса автора Канакиной. Прочитайте, ставьте пропущенные буквы. У себя на голове верблюда не заметит, на другом иголку увидит. В чужом глазу соломинку увидит, а у себя бревна не замечает. Голове бездарно гласно О, проверочное слово головка. Заметить, замечать. Заметить. Второе спряжение, окончание и вставляем. Увидит. Видеть – это глагол исключения второго спряжения, окончание ит. В чужом глазу, чужом, чущу пишем с буквой У. Соломинку, бездарное, гласное О. Увидит, видеть. Глагол стучения второго спряжения, окончание ит. Не замечает, замечать. Глагол первого спряжения, окончание ет. Сравните по смыслу китайскую и русскую пословицу. Обе эти пословицы говорят о том, что человек не видит своих плохих поступков, а замечает, пусть даже небольшие, маленькие, плохие проступки других людей. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.